мистецтво створювати факти. Ти жартома підпорядковувати собі події людей. Вигода – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «В деталях». И с вами сегодня в студии политтехнолог Андрей Острев и журналист Игорь Пох. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить не совсем о политике, но и вместе с тем о теме, которая скорее касается и политики, и социальной жизни, а самое главное – здоровья. Сегодня мы будем говорить о проблеме распространения синтетических наркотиков. И эта проблема была поднята нашими активистами, это Андреем Лохматовым, он сегодня у нас в студии, добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. И Павлом Казарьяном. Андрей, и сразу же первый вопрос, что побудило вас вот провести, ну, скажем так, обратить внимание на эту проблему? В чем вы видите необходимость, во-первых, сделать именно это сейчас, и почему это стало проблемой? Я думаю, меня лично побудило этим заняться так активно, да, выйти немного за рамки своей журналистской работы. То, что я, наверное, разница между моим глубоким, более-менее глубоким пониманием, что это такое, да, и чем это грозит, и тем неглубоким пониманием всех остальных в обществе, в большинстве своем людей, что это такое, чем оно нам грозит. Я просто, мне так было суждено познакомиться с несколькими людьми, которые употребляют именно эти синтетические наркотики, спайсы, соли, миксы и так далее, и наслушаться от эффекта, да, этого наркотика, от того, как изменилась их жизнь, как она была поломана, собственно, как они не могут от этого избавиться, какие необратимые последствия организма возникают, происходят при дальнейшем постоянном систематическом употреблении, а оно в любом случае систематическое, потому что они не могут и 4 дней прожить без этого наркотика. Ну и, собственно, меня это шокировало, и когда я увидел, что наши новости об этом, да, там, о задержании там, этих наркоторговцев, там, распространение этих листовок, о том, значит, как расписаны эти, значит, стены домов, никак, собственно, не сподвигают ни к чему, да, никакой реакции мы не видим ни от правоохранительных органов, вечно нам приходится их заставлять работать. Ну, вот, собственно, мы связались с Пашей и Казарьяном, который занимается этой темой уже очень много лет, и решили, что наша задача не там, подменять собой никого, да, просто поднять эту тему как можно выше, чтобы об этой теме начали хотя бы говорить, начали люди узнавать, что это такое, ну и, соответственно, чтобы правоохранительные органы, органы власти увидели, что это не просто там тема какая-то там сотая в списке из 100, а эта тема номер один сейчас, ну, хотя бы в первой пятерке, и не нужно заниматься плотно и бороться. То есть это кричащая проблема, правильно понимаю? По моему мнению, да. Скажите, пожалуйста, ну вот, скажем, я не знаю никого, кто бы, ну вот, ну, у меня так не довелось, да, скажите, а как вот эти наркотики, как быстро вызывают привыкание, и какие вообще вот последствия для, собственно говоря, для, в частности, я так понимаю, это молодежь больше, да, ну, и если распространение через интернет, это больше молодежная такая тематика. Как это вообще вот сказывается на здоровье? Вот нас смотрят, я уверен, многие зрители не только в Николаеве, но и в области, и хотелось бы предупредить, ну, их, в частности, родителей, которые, ну, чтобы они как-то это могли этому процессу помешать. Вот какие, во-первых, привыкание как быстро возникает, и какой вред наносит организм, и что вообще делать, если уже так получилось? Вот меня, собственно, тоже часто спрашивают, чего вы в эти спайсы впряглись, а чего вы другими наркотиками занимаетесь? Это всегда наркотики были, есть и будут, чего вы поднимаете этот шум? А я говорю о том, что если какие-то обычные, да, там, привычные нам наркотики, нам уже известные, да, там, которые распространяются на конкретных наркопритонах, да, там, в широкой балке нам известные притоны, там, в других частях города, то для человека, который еще их не употребляет и не пробовал, это целая, как бы, да, психологическая процедура, разговор с собой, да, нужно найти смелость, чтобы поехать в какой-то притон, где есть люди, наркоманы, да, и что-то купить. Там уже конкретно узкая своя аудитория, ну, сори, с ними уже ничего не сделаешь, да. Когда же это выходит на уровень доступности в течение получаса, никто об этом не узнает, ни родители, никто. Просто отправляешь деньги на карточку, получаешь смс-ку с адресом, идешь, выкапываешь свою дозу, да, грубо говоря, то это уже совершенно другое, да. А и плюс ко всему, допустим, да, разница, вот вечно еще спорят, отравка, да, обычная, вот, каннабис. Травка – это
разница между травкой и этими спайсами в том, что физическая, психологическая зависимость наступает от спайса практически моментально с первого раза. Ну, максимум со второго, в зависимости от крепости организма. Все, два раза, и вы уже ну, не можете без этого жить. Это говорят все, собственно, употребляющие, и наркологи это подтверждают, говорят, да, у них очень сильная зависимость, потому что это синтетика. Если трава это растительное какое-то происхождение, еще можно взять какую-то скидку, хотя, опять же, ну, не говорю, что это хорошо, да. То здесь очень жесткая зависимость, причем которая очень жесткий, говоря жаргоном, да, этим наркоманским, ломка, как они все говорят, 4 дня, вот нужно выждать 4 дня, но никто их не может выждать, да. Потому на что второй, сильно. На второй, на первый же, на второй день максимум они бегут, отправляют эти деньги, роют эти закладки и курят, курят, только об этом и говорят между собой, вот, кто вот компаниями там. И так далее. Что происходит с организмом? С организмом происходит деградация личности, идет деградация нервной системы в первую очередь, то есть идет поражение нервной системы, и мозг начинает давать, собственно, не те сигналы. Например, вот, как рассказывают они, на улице жарко, да, а он не потеет вообще. Холодно ночью, он начинает потеть. Садится есть, нет аппетита, только встает, перестает есть, появляется аппетит. Соответственно, у человека начинается паника, да, как у любого нормального человека, что-то заболело, начинаем паниковать, бежать к врачу, что со мной происходит, да. Тут происходит вообще сумасшествие с организмом. Сон то же самое, 2 часа поспал, подскакивает, не может заснуть. Полностью сбитый, он может и днем заснуть, может ночью заснуть. То есть сильное поражение нервной системы, да? Да, это только первые признаки. В дальнейшем, соответственно, там начинается еще больше как бы, повреждение. Улучшаться. Угу. Больше поражение. Скажите, вот Андрей, если можно, пару практических советов для того, чтобы, ну, вот, в частности, родителям понять, что такая проблема в семье появилась, их ребенок где-то в этом. Во-первых, как выглядит это вещество, я честно говоря, не знаю. Это раз. А второе, какие есть признаки от того, что этот человек находится или находился именно в состоянии этого наркотического опьянения. Я вас прошу, если можно, для наших зрителей об этом рассказать. Как это выглядит, собственно, что это такое, да, спайс там или микс? Это любая растительная основа, в частности, вот часто их делают наркодилеры из обычных банных веников, покупают в магазине веники, дробят их, на мелкие частицы, и берут этот порошок, химию, эту синтетику, она в виде порошка, разбавляют в воде и опрыскивают, собственно, вот это вот растение, оно высыхает, и можно его курить, это курительная смесь, так называемая. То есть оно похоже, в принципе, на какой-то обычный, да. Как чай, не чай, вот что-то такое, только светлее, я так понимаю. По-разному, да? По-разному. Я своими глазами видел разные вот, консистенции и разные виды, там, где там листики где-то какие-то, как кора какая-то, вот все, что курица, все, что они используют, все, что неважно, да. Это, важно то, чем оно опрыскано. Более того… А есть какой-то специфический запах у него или что-то, вот, ну, как это, вот, как эту простую кору от непростой, или есть такой какой-то признак? Ну, если вот каннабис имеет свой конкретный, да, запах, тут, да, более такой какой-то, может быть, медицинский, вот есть какой-то, может быть, оттенок такой, ну, мне сложно сказать, какие-то там, да, ну, что-то вот как будто бы вот медицинское. Когда он дымится, тоже он, ну, я так понимаю. Не знаю. Нет, я просто к тому, что если, например, там ты что-то нашел, его можно подпалить, и по горению можно понять, наверное, что там есть какая-то примесь. Нет. Вот мне рассказывали эти ребята, которые подсели на это и пытаются слезть. Они говорят, что некоторые дилеры, которые продают траву обычную, да, коноплю, они в какое-то время начали для того, чтобы усилить эффект с этой мыслью, начали опрыскивать чуть-чуть спайсом обычную траву. То есть человек покупает траву как, и понимает, что он курит траву, а он курит спайс по факту. И дилер подсаживает его на спайс, делая себе же ошибку, потому что потом он траву покупать не будет. Он придет на спайс, потому что трава его уже вообще его не будет давать никакого эффекта. Он будет как сигареты их курить. Хорошо, то есть давайте еще раз подытожим. И люди не понимают, люди понимают только о том, что они курят спайс. Да, то, те, которые курили как будто бы травку, по новым ощущениям, говорит, начинает по коже мороз идти, и что-то странное происходит, ну, очень более резкие ощущения какие-то, да, не такие, как от травы. Вот тогда они, вот мне рассказали, что они начали понимать, что это спайс. Я хочу для наших зрителей вот еще раз, скажем так, внимание
привлечь к тому, что если вы увидели какие-то подозрительные курительные смеси, там вот что-то подозрительное, ну, обратите на это внимание. То есть не нужно закрывать глаза, а присмотритесь, ибо это может стать большой проблемой. И теперь вот второй вопрос: как можно, ну, по каким признакам можно определить, что человек находится под воздействием этого наркотика? Может быть, я не знаю, видели вы в Фейсбуке, выкладывали видео там видео, мальчика, да, какого-то на Советской, да, по-моему. Там. Да, как бы я сегодня уточнял, как бы официально по анализам там спирт у них в крови. Но медики говорят, что система анализа вот таких вот случаев несовершенна, и они могут, мы говорим, что там был спирт, но мы не исключаем того, что было что-то другое. Почему? Потому что первое, что делают с поступившим, да, отравлением, нет, они делают интоксикацию, то есть полностью вводят токсины. Uh-huh. Они не берут сразу анализ, они uh-huh. спасают человека, вводят токсины. А потом, ну, то есть, как бы, что там осталось, грубо говоря, да. Но, когда мы увидели это видео вместе с Пашей Казарьяном, я ему говорю, ты как специалист, глянь, это алкоголь, говорю, или нет? Он говорит, да ну какой алкоголь? Когда у человека, у парня этого дергаются руки, он говорит, это не алкоголь. Когда у второго взгляд немой, тупой, да, в небо, это не алкоголь. Когда его поднимают в скорую, да, посадить в карету скорой помощи, а он... Видно, что мозг не подает сигнал, ноги, он не понимает, что надо шаг сделать, он окаменел, да, то это вряд ли алкоголь, как бы. Ну, мы, как бы, не будем спорить с полицией, с медиками, мы это видели, для себя мы это понимаем. Сейчас мы хотим просто, смотрите, Андрей, вот. И вот я просто к тому иду, что какие могут быть признаки. Вот то, что было в Фейсбуке, кто видел это вот оно, это либо соль, либо спайс какой-то, в легкой форме. Можно найти в интернете видео очень много, там, действия солей. Там будут, как бы, уже такие передозы будут показаны, когда в большей степени идет реакция на конечности. Человека начинает дергать, как в эпилепсии, да, но он в сознании, он не лежит, он может ходить, но у него будут постоянно дергаться конечности. Он будет говорить несвязанную речь, вообще какой-то мычать даже, как какое-то животное, пытаться что-то сказать с безумным взглядом и так далее. Это может происходить очень длительное время. Может быть, длится и два дня эффект спайса, ну, не такой жесткой форме, да, с дерганием, но вот заторможенность, невозможность сказать ничего, мышцы не поддаются и так далее. Бывает, ну, дает на психику, на галлюцинации, да, как-то психотропное вещество в большей степени. Были случаи, мне рассказывали, когда мама нашла своего сына из Николаева в Херсоне, через два дня он регулировал дорожное движение на перекрестке под действием спайса. Он каким-то образом туда попал в Херсон, он ничего не помнит, естественно, и стоял, регулировал движение на дороге. Это еще такой щадящий вариант, скажем так, того, как можно обнаружить своего ребенка под спайсами. Ну, я думаю, что любой родитель поймет, да, и слава, дай бог, чтобы не это... Ну, не видели, да, в своих детях, да, предупредили, да, попытки попробовать эти наркотики. Но я думаю, что если уже это случилось, то родитель поймет, что это не алкоголь, да, даже не трава. Uh-huh, спасибо. Ну, я не буду задавать вопрос, я просто, мы с Андреем коллеги по журналистскому цеху, я просто хочу сказать, чтобы наши зрители знали, что... В принципе, первая информация вообще об этих смесях, о курительных, о спайсах, их чуть позже начали называть, сначала это просто курительные смеси были, первая информация появилась в 2010 году в Николаеве. Так получилось, что, ну вот совершенно случайно, я в то время наткнулся на статью в одном из московских изданий, в которой описывались вот примерно вот все эти ужасы, которые происходят с молодыми людьми. То есть тогда уже в России, ну в частности в Москве, это вызвало вот такие вот поток информационный, то есть возмущений там, и все это было там уже известно. Ну, у нас раньше, этого не было. Завезли, да, вот, и я взял на основе вот того материала, написал статью, вот кто захочет, может поискать, найти. И через буквально там прошел месяц-два, и они появились у нас. Каким образом они появились? Я это прекрасно помню. Начали открываться такие маленькие магазины, которые торговали индийскими всякими украшениями, сувенирчиками, там, всякими там, ведическими mm-hmm. штучками. Mm-hmm. И у них на витринах совершенно свободно лежали вот эти вот яркие пакетики вот с этими спайсами. Их очень много видов было и так далее. Первые люди, которые это попробовали, то есть началась цепная реакция по городу и так далее, и так далее. И вот первая реакция, которая была
по попытке закрыть хотя бы один магазин была от многим известного в городе Александра Михайловича Болтянского. Я это тоже очень хорошо помню. Ну, не знаю, это была предвыборная кампания, я помню. Если он знал о том, что они не были запрещены тогда, то это была, может быть, предвыборная кампания. Потому что, он пытаться закрыть, да, то, что было тогда разрешено, по факту. Тогда он попытался закрыть один магазин. Были журналисты, я помню, были там какие-то тогда еще общественники, Юрий Юрин был там. Ну, самое интересное, что те продавцы в магазинах, они понимали, что это такое. Да. И при каких-то там налетах, да, общественников либо полиции, да, они там пытались как-то свернуться, спрятаться. Это позже. А в самом начале, да, они даже не сворачивались. Да, они вызывали своих каких-то мутных хозяев, какие-то очень странные мужчины приезжали на машинах, на BMW черных, ну, типичные бандитские вот такие вот штуковины, да. Вот. А уже через время они просто ушли в подполье, и началось то, что происходит. Это был нонсенс того, что где-то в течение трех лет, наверное, как они появились, они подавались в магазинчиках в этих, да, да. И они не были в течение трех лет, государство вообще не выносило их в список прекурсоров, да, этих, да, наркотических, да, веществ. Только в 2014 году они закрылись, потому что и все так пришло вот такую вот в систему адресов на сайты, да, телефоны, смс-ки. Что ж, давайте так. Ну, коль мы разобрались, что это такое, я думаю, наши зрители, в принципе, сейчас, ну, по крайней мере, мы надеемся, будут повнимательнее относиться вообще к этой проблематике. Давайте вот еще какой хотелось вопрос. Вот как вы считаете лично, почему мы сейчас, вот сейчас, не можем победить эту заразу? Почему мы не можем закрыть сайты, доступ, поймать этих людей, которые разрисовывают, делают закладки и так далее? Ну, как вы считаете, в чем корень проблемы? Чего не хватает нам для того, чтобы это зло искоренить? Если вы зададите этот вопрос конкретно там полиции или отдельно прокуратуре, либо там СБУ, либо Верховной Раде, они найдут массу там своих причин. Полиция скажет, нам не хватает людей. Прокуратура скажет, нам не хватает законодательства, СБУ скажет, нам не хватает там возможностей, и все это как бы в кучу, и мы садимся, понимаем, ну, не хватает, ну вот и все, ну и вот и сидим. Ну как вы считаете? Давайте. Я считаю, что было бы желание всех. Чье? Вот я добиваюсь уже вот последнюю неделю того, чтобы они все сели вместе с нами за один стол, и мы сели, разобрались все. И для себя мы поняли, да, как для общественности мы передали, в чем проблема, да, у каждого. Что мы можем сделать, привлечь народных депутатов. Надо, может быть, внести изменения в УПК. Например, там, по закрытию этого сайта, сайтов этих, ну, и одного из самого популярного, которым расписан все стены в Николаеве, его хостинг и сервер находятся в США. Причем, видимо, в тех штатах, где разрешены наркотики. Поэтому он там работает, собственно. Они говорят, у нас нет возможности выйти, соответственно, туда. Другие говорят, почему же, можно через Интерпол это все сделать. Опять же, было бы желание. Провайдеры, допустим, да, заблокировать здесь просто доступ к этому сайту в Украине, да, через провайдеров. Провайдер говорит, ну мы не можем просто так закрыть, взять и закрыть. Типа, у нас так вот, не, мы так не работаем. Нужна хотя бы какая-то бумага из СБУ. Почему СБУ там либо прокуратура не дают бумагу? Вопрос, было бы желание, наверное. Мое мнение только такое. Было бы желание. Если есть проблемы, о них надо говорить. Надо молчать, сидеть. Прокуратура молчит себе, полиция молчит себе. Каждый знает, какие у них проблемы. Они между собой не коммуницируют. Киев об этом не знает. Грубо говоря, те, кто принимает там решение, может внести какие-то изменения в законодательство. Ну, а вот это расслабляемся. Это возмутительный случай, когда поймали этих трех дилеров, да, и полиция их поймала, прокуратура отпустила. Тут они тоже друг на друга, как бы, и там проблемы, и там проблемы были. Полиция якобы могла задержать, почему-то не задержала. Прокуратура не согласовала подание на арест, потому что обыск не был согласован с судом, они не успели там за полдня получить в суде санкцию, но нужно было уже их брать, потому что они бы уехали. Ну, вот все как нет, есть человеческое, есть процессуальное. Но с точки зрения процессуального можно делать сначала обыск, потом получать, насколько я знаю, только потом надо... Так они сейчас сделали. Но мое глубокое убеждение, когда в прошлом году мы начали ходить с этой проблемой, тот же БНОН, там я увидел какого-то одного парня, который сказал, вот он занимается спайсами. Я говорю, он один? Он говорит, ну да, у нас как бы людей немного. И что он один мог сделать? Он говорит, я отправляю банковские карточки, на которые поступают деньги, да, на которые люди скидывают деньги. А в Приватбанке мне сказали, что у нас 3 человека на всю страну, поэтому вы будете через месяцев 5 получить результат. Ну, за 5 месяцев они раз 10 поменяли карточки. Вот вся эффективность была работы. Потому что мое убеждение, что
С этой проблемой нужно бороться не поодиночке, по одному человеку в регионе, нужно создать то, что мы и требуем сейчас, создать конкретную большую группу специалистов на уровне Киева, с прокуратурой, киберполиции, наркополиции, которые бы просто сели, бы больше ничем не занимались, кроме этой проблемы. Эффективно успевали реагировать на новые телефоны, на новые сайты, подавать в суды на аресты, там, на блокировки и так далее. А когда это вот приезжает обычный следователь из центрального райотдела, у которого самой 450 уголовных производств лежит по кражам, по грабежам и так далее, тут ей нужно еще по спайсам что-то сделать. Ну, она, естественно, быстренько, как они говорят, первичку собрала и бросила. А потом, ой, там же надо задержать, наверное, там же надо еще что-то собрать, опросить. То есть она уже не будет этим заниматься, как процессуальное лицо. Вот я об этом и говорю, что мы должны просто иметь какую-то, может быть, даже отдельную структуру создать, но с этим надо бороться как-то. Вы знаете, вот с позиции здравой логики, вот есть, вот, ну, сайт это, грубо говоря, ну, телефон, по которому ты заказал, да? Да. Но физически эта же штука как-то сюда приезжает. Просто физически, конечно, правильно? То есть, ну, если там, например, там сайт, это как сайт. То есть, ну, по большому счету, это действительно борьба с ветряными мельницами. Есть такой deep интернет, такой глубинный интернет, в котором можно купить все, включая ядерные ракеты. И, собственно говоря, это вообще будет бесполезная трата времени, если все это уйдет там, да, через Tor-браузер, люди будут заходить и там, то есть, ну, это нерешимая проблема. Но есть физическое попадание вот этих наркотиков сюда. Я, насколько помню, такие вообще, ну, собственно говоря, очень редко бывало, вот за всю историю независимости, что правоохранители не знали о таких путях. Потому что это как-то должно пересечь границу. Это как-то должно приехать сюда. Это как-то должно здесь где-то развозиться, храниться и так далее. И в любом случае я далек от мысли, что утеряна, скажем так, ну, грубо говоря, там оперативная своя сеть, да, вот информаторов. И я глубоко уверен, что люди, которые этим занимаются, теми же закладками, они где-то попадали в любом случае в поле зрения правоохранительных органов и где-то находятся, ну, в статусе информатора. То есть, грубо... А? Это было бы, мы надеемся на это, что там есть информаторы. Но так как мы всегда на 3 шага назад, за ними, да, за этими наркодилерами, то я боюсь, что там может быть и этого даже нет. А вам не кажется, что проблема лежит не в том, что мы на 3 шага назад наркодилеры, а при наличии, вот как Обнон всегда обвиняли в жесткой коррупции на тему наркопреступности и крышевания? Ну, естественно. Но мы говорим сейчас о том, что я начинал с наркопритонов, да, каких-то там, где шить, там, угу, или еще какие-то наркотики, то, что мы привыкли. Вы думаете, спайс не попал еще? Там все понятно. Тут я точно могу утверждать, что в Николаеве есть своих местных 2 основных дилера, которые работают параллельно, там делят рынок, грубо говоря, районы. Один из них там работает в Лесках, один на Водопое, ну так, в этих районах. Они с них начинало все. В прошлом году еще не было этих сайтов и заезжих гастролеров. У вас были 2 местных в основном дилера. Я не знаю, как бы, может быть, ну, их уже давно нашли, как вы говорите, подмяли. Может быть, наоборот, очень сложно их найти из-за того, что нету контакта прямого, руки, наркотики, деньги, да, это еще все через телефоны, закладки, то есть никакого контакта нет. Сложно говорить. То, что они крышуют обычные притоны, я уверен в этом. То, что я слышу, это обычные, классические, будем так называть, да, их. Здесь я не могу утверждать, как бы здесь может быть проблема просто в том, что не хватает желания, мозгов и так далее. Что ж, у нас программа практически уже подошла к концу, насколько я понимаю, и в конце программы мы с вами посмотрим, мы сейчас с вами уже попрощаемся, наши зрители еще посмотрят сюжет о том, как одна из николаевских журналисток попыталась приобрести и что из этого вышло, и вкратце мы еще покажем фрагмент вашего выступления в Киеве по привлечению внимания к данной проблеме. Сейчас мы прощаемся со зрителями. Спасибо, Андрей, за то, что пришли. Спасибо о том, что рассказали. С вами были программа «В деталях», а наши зрители еще ждет небольшой сюжет. Будьте внимательны к вашим детям, к вашим знакомым. Помните, что это социальное зло, и это зло не дремлет, оно здесь рядом, и только совместными усилиями мы сможем его преодолеть. На этом мы с вами прощаемся, а вас еще ждет небольшой сюжет. Спасибо.
Проблема продажу наркотиків через мережу інтернет стає неконтрольованою. Власне, контролю то особливо не було, принаймні, якщо ми говоримо про Миколаїв. Реклама сайту, де можна придбати небезпечні речовини, з'являлась на стінах будівель, наче гриби після дощу. Аж поки місцеві журналісти та громадські діячі не підняли галас стосовно продажу синтетичних наркотиків. Та так підняли, що і столицю на вуха поставили. Миколаївський журналіст Андрій Лохматов вважає, що продавці задоволення вже й не надто ховаються, а тому може час створювати спеціальні групи зі складу силовиків та представників інших служб, які б зайнялись вирішенням проблеми. Лохматов та голова правління громадської організації «Джерело» Павло Казар'ян виклали у відповідному зверненні свої навіть вимоги до голови Нацполіції Хаті Деканаїдзе, генерального прокурора Юрія Луценка та голови СБУ Василя Грицака. Сайти, де продають наркотичні речовини, надзвичайно прості у користуванні. Замовити собі будь-який наркотик в змозі навіть дитина. Тільки б гроші були. На ньому вказані всі необхідні реквізити, навіть номери телефонів. Ви дзвоните і отримуєте там реквізити банківського рахунку, на який потрібно перевести гроші. Поповнив цей банківський рахунок, вам на телефон буде приходити смс, в якому буде вказано точне місце, положення, адрес, так называемые закладки, количество наркотика, которые заказаны. Така система продажу наркотичних речовин робить продавців майже недоступними для правоохоронних органів. Тут справа для кіберполіції, хоча уваги її до проблеми поки не помітно. Павло Казар'ян зазначає, що лише в Миколаєві сайт щодобово відвідує близько 400 чоловік, а обіг торгівлі складає плюс-мінус 200 тисяч гривень. По суті, кожен клієнт придбає кота в мішку, тому що ніхто не знає, що насправді є у складі речовини, яке дозування. Проте добре відомі наслідки – звикання до наркотику буквально з другого разу, доволі швидка деградація, а згодом і надзвичайно прискорена смерть, якщо не боротись з залежністю. А свою готовність боротись з продажем наркотиків відповідні органи показали днями, коли відпустили взятих на гарячому київських гастролерів. Втім, миколаївські активісти, на відміну від поліції, налаштовані боротись з проблемою більш рішуче.